Все вы смотрели, наверное, сюжет или слышали о том, что мы играем в карты. То есть есть группа людей, которые играют в карты и разыгрывают большие вот эти вот там всякие игрища. Вот по мотивам, скажем так, вот этой вот игры, этих розыгрышей, здесь есть текстуальная часть, которая описана, значит, Андреем Петровичем IX. Выпущена такая брошюра Андрея Петровича IX. Вот он сегодня ее любезно к нам принес. Конечно, первый порыв душевного Андрея Петровича, я сейчас, говорит, все мы раздадим, чтобы люди просвещали и все прочее. На что я ему сказал, конечно, твердая русская нихт. Школа переживает не самые лучшие финансовые времена. Я каждый раз обращаюсь к вам за помощью и все прочее. Поэтому будем считать, что Андрей Петрович все это подарил в школе. Да, Андрей Петрович, будем так считать, по-революционному. Это, да, я внес вклад. Да, да, в да, школу. Счастье не в воле, а в доле. Да. И я на территорию здравого смысла принес свою долю. Да. А школа предлагает вам приобрести эти замечательные брошюры, которые, безусловно, являются эксклюзивным материалом. Они эксклюзивные, поскольку да. на них никаких выходных данных. Данных нет. Вот, поэтому мы предлагаем вам их привезти по цене. Вот хотел сказать, загнуться, но не буду загибать. По цене $300, 300, простите за оговорку, 300 рублей за брошюру. Прошу. Ты хоть скажи, что ну, это я, такое. Я ж сказал, да, мы же поставили. Это автор. Нет, ну ты прочитай название. Название, значит, я прочитал «Большая игра», дальше не прочитал. «Большая игра», дальше, друзья мои, метод ощупывания будущего через символы игры в карты. Кстати, за одно название заплатил. Пособие для лиц, принимающих решения. То есть людям, которые не принимают решения, эта бумажка не нужна. Но если у вас есть знакомые, которые принимают решения, для них это будет очень хороший подарок к Новому году. А я считаю, что каждый слушатель школы здравого смысла способен принимать решения. И способен принимать решения верные. А принять верное решение поможет вот эта вот брошюра. Стоимостью все в 300 рублей, друзья мои. Разбираем.